Сейчас я вам покажу, как делать подготовку к стойке на руках с цилиндром. Соответственно, мы переводим вес тела на цилиндр. Переходим руками вперед. Кисти располагаем ровно под плечевыми суставами. Руки напряжены и таз подтягиваем вверх. Вес тела немного упирается в цилиндр, но больше переводится на руки. Живот подтянут, спина сильная. Это положение можно углубить. Еще выше подтягивается таз. И по одной ноге мы поднимаем вверх. Живот подтянут, спина сильная. Это была Света, и жду с вами новых встреч и новых видео про акробатические элементы. До свидания!